пицца падает! Юху! Всем привет, дорогие зрители! Вкуснейшие поедания пиццы, друзья! Заказал я супер пиццу под названием «Мама». Да, Тань? Мама, да. Танюшка, привет! Всем привет! Ставьте лайки, не втыкайте, не залипайте, а пиццу употребляйте. В общем, Танюшка здесь для того, чтобы подсказать мне состав. Что там у нас? Тут томатный соус, моцарелла, ветчина, грибы, паприка и ананас. Да я сейчас кайфану конкретно. Ты сейчас кайфанешь. Открываемся. Все. Меня не видно. Вау, блин, чуть поехало, конечно. Ой-ой-ой, Танюша, а ну глянь, видно ее вот так вот? Не ваша, сейчас открою. Доченька! А ну так припадай. Что, не видно? Ну, так она как плоская. О, отлично. Ладно, пошутили и хватит. Тут собрался Димон, босс, серьезный дегустатор. Пицца 30 сантиметров. Что можем, как ее характеризовать? Очень выглядит прилично, даже сказал бы чуть-чуть бы сек, чуть-чуть так прям, грибочки, ветчина, ананасик, это прям конкретный микс-шмикс. Блин, у меня слюни, вы знаете, я просто ее сейчас разорву, я еще ничего не ел, время уже почти вечер, вот, специально готовился, чтобы просто сейчас максимально быстро, с кайфом ее улупить, да? Кто быстрее, Димон или Димон? Супер-бомба-заруба. Друзья, ставьте лайки. Обязательно, кто вдруг не в курсе еще, Телеграм. В Телеграме стримы, видосы, фотки с прогулок, вся движуха, тиктоки там, ссылки, вся. Сейчас я активно тиктоки, шмоки снимаю, стримы провожу. Короче, я буду стартовать. Всем приятного. Вот так вот на заставочку. Надо есть, бо сейчас все поломается. Все, поехали. Дегустейшн, анимейшн, погнали. Что я могу сказать? Кайф. Бомба. Ого, я, конечно, под вопросом, смогу ли ее всю съесть. Сейчас проверим. Но должен. Танюшке я взял такую самую пиццу. Про Танюшку не забыл. Цена этой пиццы 11 евро. Чтобы вам хорошо видно было. Блин, может, плохо камеру установили. Не знаю. Все на быструю руку, потому что скоро стрим. Угу. Баба. Танюш! Забыл лимонадика надо. Угу. Танюш, налей лимонадика, а то что-то в горле пересохло. Лимонадика налей, а то в горле пересохло. Друзья, у меня очень конкретно начал расти живот. Не знаю, что с этим делать. Думаю, уже на диету какую-то садиться, честное слово. Тупо вот такой живот был, а у меня сейчас уже вот такой примерно. Страшное дело. Это я еще курить бросил. Уже где-то 2 месяца не курю. Милашки игрушку купили, теперь Танюшка гуляется. Не, бомба, вы что, друзья? Шо-шо?
Но пицца бомба. Стоит 11 евро. Но это того стоит. Пицца намного вкуснее бургера. Как я думаю. Как на мой... Ой, подавился врача. Ого. Кстати, что-то она прям... Я такой голодный был, так долго ее ждал. Иду по два кусочка съел и наелся. Не обижайте Диану. Не обижайте мне Диану, бо я вам сейчас там дам, кажется. Мою девочку обижали. Ты смотри. И сытная конкретно. Не, пицца нормальная. Только название непонятно. Но, может, вы знаете, как это правильное название пиццы. Написано «Пицца мама». Непонятно. Но она нормальная. Прям именно мощная. Вкусная. Бомбическая. Офигенная. Прекрасная. Кайф. Вот. Я ж вам говорю, думаю, надо на диету садиться какую-то. Бо мне так не нравится этот живот, но он растет. Я бросил курить, уже 2 месяца где-то не курю. И за эти 2 месяца вырос реально живот. Вот. Оно... Хавать хочется постоянно, особенно на ночь, перед сном. Просто трамбуется все, что видится вкусное. Вот. Я не знаю, может, напишите мне какую-то диету. Может, кто худел. Бо это ж не дело. Или хай будет живот. Ну, блин, с такими поеданиями, конечно, какой-то худеть. Фу, ты что, она крепкая. Это я половину съел, да? Ого. Становится что-то тяжеловато. Но я должен это сделать, я должен ее схавать полностью. Потому что я вообще какой-то слабак стал, ё-моё. А вы, дорогие зрители, навалите лайков, поддержите, а я ее осилю. Должен. У меня живот большой стал, только что за живот стал больше, а влазить стало меньше. Как такое? Может быть, тут и перчик австралийский. Бомба. Ого, она огромная, фу.
Фу. Нет, ты что? Так я точно не похудею. Фу. Ого, уже вдохнуть тяжело. Ого. Отсеки переполнены. В общем, друзья, вот это сейчас запихиваюсь для контента. Если 1000 лайков не поставите, все, больше так жрать не буду. Ты что, нахер надо? Навалите, поддержите. Но я это сделаю. Фух. Ой. Чтоб дно не залепило. Фух. Страшно. Давай, Димон, ты сможешь. Да, уже невкусно. Фу, живот развивается, фу. У меня, знаете, такое чувство, вы видите, что у меня глаза постоянно закрыты, у меня живот натягивается, шкура натягивается, глаза закрываются, все. Один еще. Да нет, ты что, ты что? 1000 лайков это минимум, блядь. Ого. О, провалилось. Фу. Ну, полетели. Фу. Крайний на сегодня. Обратно малыша кто-то обидел. Я пойду разбираться. Если встану. Фу, тупо все уже. Вот еще один бы уже не влез бы. Это 100%. Этот уже через силу. Так кто малыша обижает? Неужели нельзя малыша не обижать? Фух. Да. Давай. Уже глотать не хочет организм эту пиццу. Да, 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 ой, есть, я это сделал. Фух, это было тяжело.
Но кто здесь новый чемпион? Это Димон Босс. Фух. Но лучше так не обидайтесь, друзья. Ой, бля, вымазался, да, как свинюха, ё-моё. Почувствовал что-то жиденькое тут, бля. В натуре красная шляпа какая-то. Ой. Не. Ого, не, так много нельзя. Но заради лайков, заради контента я готов, друзья. Если поставите 1000, по-любому будет продолжение. Буду именно не обзор делать, не дегустацию, а именно жрать. Если поставите лайки. Вот, фух, все, буду завершаться. Ой, не знаю, смогу сейчас встать, доползти до кровати, надо пойти руки сначала помыть. Всем спасибо за просмотр, всем здоровья. Всего самого хорошего, вкусных таких вот обедов, как у меня. Фу, ну не переедайте лучше, потому что живот будет расти конкретно, блин. Надо в меру, как говорится. Но у нас видос жрачка, поэтому мы амамамамам. Ой, все, братва, быть добру. Ой, пополз я, блядь. Ой, да ты шо, фух. Ого! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Давайте, арвидерчи! Пока, братва, на стрим залетайте. Обязательно.